меня как профессиональный экономист и как предприниматель там в прошлом, могу сказать, что находясь на острие всего нового, всегда можно рассчитывать на успех. Вот тот, кто находится на острие всего нового, тот всегда обязательно получает прибавочную стоимость к себе самому, к своему предпринимательскому искусству. Как заработать с этого и как получить прибыль? Так или иначе, хотят они в нем участвовать напрямую, хотят они быть инвесторами, хотят они быть трейдерами, хотят они участвовать в инициативах. В конечном итоге, в любом случае, это выливается в желание заработать. И финансовые рынки дают такую возможность. Форекс – это самый высоколиквидный рынок в мире. На нем можно быстрее всего заработать и быстрее всего потерять свои деньги. Стоит отметить, что всегда риски, они стоят на чаше весов с возможной прибылью. То есть если кто-то где-то обещает большую доходность, и, соответственно, это большие риски. Диверсификация – это, в принципе, единственный инструмент финансовый, разумный, который существует в мире для того, чтобы нивелировать риски. Других нету инструментов, чтобы сохранить свои деньги.